зашел я в Steam и обнаружил I Can Escape Darkness. Хоррор, приключенческая игра, вышла 17 сентября. Пусть я подумал, может, графика и говно, но может, она интересная. И поэтому я ее купил за 231 рубль. На, так сказать, остатки от своих денег, от своей потраты. А ну что ж, а давайте же поиграем. Не, ребят, это говно. Не покупайте эту игру. Ну, всем привет, друзья. С вами Сильвер, да? Я все-таки начну играть в I Can't Escape a Darkness. Я не уверен, что она будет страшной. Доступно сохранение, доступна карта, да, это нам понадобится. Рекомендуем играть в слабо освещенной комнате и в наушниках. Ну ладно, так и быть, так и быть. Я... Нет, я в наушниках играть не могу. Не из-за того, что мне страшно, а из-за того, что как бы меня будет плохо слышно. Давайте дальше. Окей. Да, я потратил на этот хоррор 231 рубль, да? И поэтому я хочу, чтобы он оправдал свои деньги. Мы можем... Ой, ёпты. Мы можем ходить. Но ходить мы можем... Как бы, грубо говоря, по квадратам, и я не могу посмотреть налево, направо. И вот. Я могу только ходить влево-вправо, как бы, вот. И вниз не могу посмотреть. Да что это за игра такая? Вот к нём палку. Ой, ёпта. Не работает. Это, похоже, некий запирающий механизм. Если бы у меня был... Ключ. Бля. Не понимаю. Давайте найдем ключ. Где ключ? Так, не работает. Не работает. Хорошо. Все-таки, я думаю, надо воткнуть сюда палку, да? Да что тебе не нравится? Ее пересети. Давайте посмотрим, что у нас вообще здесь есть. О, я положил палку на камни. А, нет, это лишь иллюзия. Самое начало игры, и я уже... Ой, ты, ёпта, туплю, как пробка, блядь. Давайте посмотрим вот сюда. Ничего нету. По карте мы должны идти вперед. Я открыл такую вещь, то что тут можно все-таки поворачивать, но это надо делать с помощью кнопок. Ого, ого, эй, это, ребята, хорошо, но я забыл палку. Смотрите, у меня есть рюкзак. Я положу сюда камушек. И палочку тоже прихвачу. Здравствуйте, несчастная душа. Я палки не вижу, чувак. Я не успел прочитать такой бы... Я положил? Оу, е. Ну все, назад я не хочу идти. Хоть это пока и не страшный хоррор, но меня, как всегда, трясёт. Что ж, я не могу с собой ничего поделать, а... Ку-ку, ёпте, ребятки. Камушек, свет. Ну, знаете, не, ну... Ой, крысы, блин! Вы чё?
Идё, мышь, мышь, крыса, мышь. Я тебе ща палкой уработаю, гнида, иди сюда. Давай, подходи, блин. Иди, давай. На ты, о, ёпта, она злая. Ух ты. Так, зажечь мы это не могём, ага. Тоже возьму. У меня такая просто мания, как бы все собирать подряд. Блин, я крыс боюсь этих именно. Я боюсь, что они меня укусят. Они меня укусят. А может, не укусят. Я не знаю. Давайте я попробую. Я вижу там что-то в стене. Поворот. Мистер Глаз, это... Да, это Мистер Глаз. Ой, пошла в жопу. Что-то какая-то ты не страшная крыса. Но, по-моему, мне стало плохо. Наш персонаж обосрался. Но, тем не менее, не я. Так, нет, крыса. Крыса нет. Давайте я возьму камень. Идем. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, что у нас здесь? У нас здесь паутина. Темная комната, в которой я ни хера не вижу. Камень, ага, неудивительно, я увидел камень. Так, паутина. Фонарики Мэш. Стюарт Литл. Это ты? Я даже вспомнил такой старый фильм, как Стюарт Литл. Ну, вы помните, там, да, живой мышь. Глаз, мистер. Что, вы подглядываете, не подглядываете за мной? Я голый. Да вы извращенец, мистер. Подождите, там что-то было. Гриб. Галлюциногенный, наверняка. Давайте Ага, не. Я достижение читал. Там типа вы можете получить достижение за то, что съели отравленный гриб. О, крыса рипнулась. По-моему, ее велосипедом переехали. Видите, вот эту вот как бы полоску на крысе. Мне кажется, ее переехали великом. О, галлюциногенный гриб еще. Только это какой-то другой. Это полосатый, тот был пятнистый, это полосатый. Чё, заключается смысл игры в том, чтобы собрать все грибы? Мы играем за наркомана, да? Ну ладно, ребят. Грибы мы здесь собрали. Амэш, иди, не трогай меня, мэш, не трогай меня, видите, меня трясёт. Палка, я ж тебя забыл. Мистер Палка. Это мой лучший друг. Не пищи. Пока не получила по роже камнем. Я думаю, ты не хочешь получить по роже камнем. Давайте будем друзьями. Не пищи. Пошла нахер. Да, повернись. Я вам скажу, управление полное говно. Да. Нахера сделали вот это по квадратам, поворачиваться. Не, чтобы сделать просто. Самому ходить. Так гораздо, блин, интереснее было бы, я бы вообще поиграл бы. Если бы можно было бы самому ходить нормально, а не вот на кнопки все время тыкать. Ух ты. Мы нашли кнопку следующую. Оу. Оу, ноу. Айм провалился. Тьма еще не покорила этот ярос, но берегите смертельных слуг, чьими глазами она смотрит. За паучьей печатью скрыто сокровище, однако оно охраняется. Оно может продлить твою жизнь. Немедли, спускайся на следующий ярос, как только сможешь. Говорит, немедли, но как только сможешь, как бы, если у тебя время есть, но немедли. Ладно. Сзади темно и страшно, я пойду вперед.
Там вроде посветлее. Эмэш. Эгеберлинг, или как там? В Южном парке. Ну ладно, пока мы... Нет, Мэш, нет. Мистер Мэш. Пошел нахер. Мэш. Мэш. Мэш нас не пускает. Поэтому мы пойдем в темноту, да, что нам еще остается делать, как... Кроме того, как... Идти в темноту, блин. Что это? Видите? Вот это. Не, ребята, я ошибался, блин. Эта игра напрягает. Я вам отвечаю. И винтики отвечаю. Только я не понимаю одного. На кой хер нам собирать камни и грибы? Эдди! Не пищи. Грибочек. О! Смотрите. Это что-то... Записка. Грибы кладем, грибы получаем. Не совсем так, ребята. Либо вы кладете грибы. Меня убивают, ребят. Меня убили. Нет, вы не дали мне прочитать записку. И объяснить, что они делают, а не так. О, открыто достижение крысы. Нас убили крысы, и мы получили достижение. Пройдя 176 шагов и способов А0, собрав А0 ключей за 0, короче, за 10 минут, я умер от укуса ядовитой крысы. Отлично, да, позорище. Я вас поздравляю, да. Я начинаю все сначала. Мне кажется, ребята, здесь каждый раз мир генерируется, да? Ну, то есть, карты все время разные. Не нажимается. Хм. Почему она не нажимается? Давайте-ка ткнем его палкой, ведь палка всегда, блин, поможет. Нет, палка не поможет. Ну, все. Просто иди... О! Может, последовательность тут какая-то? Оу, е, ребята. Так, идем и следующую нажимать. Да, я понял. Это некая последовательность. Да как нет? Как, ребята, нет? Царапины. Кто-то тут занимался кое-чем. Но царапал не спину своего... как бы... партнера, а стену. Скелет. Мистер Скелет, вы меня не трогайте, пожалуйста. Я вот розочкой, розочкой. Мышь ебаная. Как мне бороться с этими мышами, ёб твою мать? Мышь, пошла нахер. Да ёпта твою мать. Что делать-то, ёп твою мать? Управление говёное. Не пфыкай на меня. Это... Да господи, какое же говно, ребят. Ёпарсате, да что за говнище-то, ёпты. Не, ребята, нет, я не поверну назад, когда я наконец-то добрался сюда. Я бы на твоем месте и повернулся бы, потому что, блин, там же полное говно творится. Тебя постоянно жрут крысы.
Эта игра меня не пугает, она меня раздражает. Давайте тогда не пойдем в то место, где я сейчас был. Да иди в жопу со своей записками. Мне эта игра, ребята, раздражает. Своими корыцами они мешаются, не дают погрузиться в игру. Зачем вы их сделали так много? Они агрессивны, я не знаю, как с ними бороться. Мистер Глаз, мистер Глаз, не смотрите на меня своим взором сексуальным. Не пищи, сволочь. Не пищи, сволочь. Хотя бы управление нормально сделали бы, я... Ну пошли, крыса, да иди, кто тебя не трогает. Ты квапишка, будто я тебе в твою заднюю точку всадил, что-то я не знаю. Да не пищи ты, ёб твою мать. Ты не говоришь, что ты обратно еще пойдешь сейчас? Что-то игра подвисла. Крыса. Понятно. С тобою все понятно. Меня эта игра уже доканывает, ребята. Я поиграл в нее около, не знаю, минут 5, наверное. Она меня уже, как бы помягче сказать. Ну просто надоело, я уже, по-моему, говорил. О, грибы, давайте. Давайте, короче, сожрем гриб. Я не знаю, что еще. Да, не пищи, да канамане достала меня уже. Я тебе сейчас гриб скормлю. Кстати, да, давайте попробуем. Ну нахера ты его так далеко выкинул? Нет. Вот иди, ящик. Ешь! Хавай. Сука, неблагодарная. Еще одна вон. Ядовит ли он? Да ешь, плевать уже. Мне уже вообще плевать. Съешь ты его или не съешь? Так. Фонарь не светит, ага. Опять все красное. Ладно. А мне еще это говно монтировать, я вам скажу. О, надеюсь, вы опять грибы попросите. Нет, ну ладно. Я-то рассчитывал, что сейчас что-то произойдет, и я смогу увидеть что-то новое, но нет. Меня до сих пор мучает крыса. Глазик. Просыпайся туда. Не, мышь, ну ты весь кайф портишь, сволочь. Иди отсюда. Ну иди, ты мне надоел. Да ты гнида. Вы мне сначала понравились. Я хотел историю рассказать, но вы, сволочь, не даете мне нихера сделать. Давайте попробуем что-нибудь с дверью сделать. Засунем грибы. Ясно. Ничего не выходит. Так. Да. Мне совсем не страшно играть в эту игру. Не знаю, почему ее назвали хоррором, все-таки я не ошибался, мне действительно она не страшная. На один момент мне показалось, что она страшная, но потом я понял, что эта игра тупорылая. Я не знаю, за что я заплатил 231 рубль, она меня тупо раздражает. Я сам находить нормально не могу. Она подглючивает, но это у меня, скорее всего, только...
Крысы меня достают постоянно, обижают меня. Нет, мне не нравится. Я вернулся обратно. А здесь я ничего сделать не могу, ребят. Бей! Еще эта музыка меня достала уже. Да, мир здесь точно генерируется. Потому что здесь в тот раз было по-другому. Вот, я хотел посмотреть на вазу, да? Что это такое? Нет, назад. В урне нет ничего, кроме пепла. Так закури, мать твою. Ну, в смысле, покури. Тебе больше ничего делать тут не остается, кроме как покурить. Мэш, иди вперед! Иди, иди, иди. Ова-на. Мыши, вы не злитесь, что я собираю ваши грибы. Причем я не знаю зачем. Я не знаю, зачем я здесь вообще. Ага, да, давай, глюч меня полностью, сволочь. Ага, вот то самое место, которое было точно таким же, как и тогда. Но некоторые, видать, элементы все-таки остаются. Ну вот сейчас опять агрессивная мышь. Так это я положу. День-два по-прежнему никаких намеков о мышь. Да отстань ты от меня, мать твою, ты тупорылая мразь! Отстань ты, господи, тварь, а! Повернись! Даже бежать-то невозможно. Давайте попробуем... Да не... Ой, ну господи, а... Я ненавижу тебя, тварь. Зеленоглазая. Такси, блин. Идет за мной, гнида. Жопу мою нюхай. Ты мне даже не страшная, ты меня бесишь. Ты меня бесишь! Давай. 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 Да я тебя пырну сейчас, нахуй. Подожди только. Все. Не, ребят, это говно. Не покупайте эту игру. Знаете, что это полное говнище. Вышло на 17 сентября, то есть около 4 дней назад, на момент съемки, конечно. Ну, это дерьмо полное. Ну, я говорю только за себя, потому что, ну, блин, мне вообще неудобно в это играть. Мыши мне мешают. Хотя бы их в начало не пихали бы, дали бы, блин, подумать. Разобраться с управлением. Нет, они меня убивают, убивают, непонятно зачем я собираю грибы, ну, и так далее, да. О, здесь можно сохраняться, кстати. Оказывается, но ситуацию это не меняет, а игра по-прежнему говно. Возможно, я поиграю еще в что-нибудь другое, потому что эта игра меня не удовлетворила. Да, ни физически, ни морально. Я расстроен. Всем удачи, всем пока, мне грустно стало, 231 рубль, я мог на эти деньги поесть, а купил говно, которое даже съесть нельзя, ну...
Я хотел повеселиться, я хотел попугаться. Сколько можно это заканчивать так долго? Господи. Я почему я так люблю долго заканчивать и стучать рукой по столу? Ладно, все. Пошел в жопу, всем, ну я пошел в жопу, а вы всем пока, всем удачи, всем психологического здоровья во всех смыслах, и не разочаровывайтесь, не покупайте говенные игры. Да, все, всем пока.